Так, уважаемый, всем привет. Сегодня приехал заброшенный в один дом отдыха. Сейчас вот стою, думаю, как мне идти туда. Тут такой прудик. На улице ноябрь месяц. Сейчас у нас 5 минут уже 9, поэтому так темно. Да, 5 минут 9. Ага. 6 минута 9. Там, короче, на КПП собаки брешут уже, не знаю. То ли это от меня, то ли фиг знает. Но КПП обитаемо. Так, сейчас буду как... Думать буду, как мне туда, на ту сторону перебраться. Тут такой прудик. Он идет оттуда. И куда-то туда идет. Сейчас буду думать, как мне туда пробраться. Не знаю, получится мне попасть или нет. Но я попробую. С утра пораньше, думаю, может, что-нибудь получится. Итак, пробуем. Итак, сейчас я уже на территории. Стою около бассейна. Это здание бассейна передо мной. Сейчас вот пробираюсь осторожненько в центр. Там будут жилые корпуса, столовые и котельные. То, что мне нужно. Так. Да, заметна раздолбанность уже. Там уже жилой корпус. Так, это у нас бассейн, какая-то лестница туда. Ладно, сейчас попробуем. Сейчас попробую подняться. Сейчас залез на крышу бассейна. Вот территория сама. Итак, уважаемый, я проник внутрь. Сейчас нахожусь в таком помещении. Вот. Не пойму, где нахожусь я, короче. Ой. Какая-то лодка, что ли? А, катамаран, что ли? Итак, сейчас нахожусь в подвале бассейна. Вот здесь тут тренажер даже есть. Ё-моё. Здесь, как понял, котельная, что ли? Так, это у нас вытяжка. В общем, здесь всякое барахло. Даже тремянка есть. Здесь идет такой подвал. Темный-темный. Так, а здесь у нас оборудование под котельную. Все сделано у нас. Какие-то задвижки, манометры. Кстати, не ноль. Два показывает. И атмосфера. Здесь у нас ноль. Здесь у нас окошко. Фонарь отключен. Ага. Кстати, ну еще как бы рабочий, хотел. Главное тут ничего не включать. Ну нафиг.
живой картины. Не знаю, пишите в комментариях, что это. Сначала подумал, какие-то радиаторы, может, для охлаждения. Не знаю. Чуть темновато как-то. Лампочка висит. Так, осторожно, труба. Так, там я вижу тренажеры. Так, ростомер. Такой вот. Какой тренажер. А, велосипед. Там какая-то скамья. Не знаю, что за скамья. А, может, там это для штанги было. Тренажер со встроенным весом там. Так, это у нас тоже какой-то тренажер. Во. Циркулирующий насос. Здесь свет есть? Нет, света тут нет. Значит, эти насосы точно не работают. Так. Здесь вообще вот слетел с катушек. Так, надеюсь, он не взорвется. Да сейчас включу, блин, взорвется еще. Да, подумай только, Димош из Москвы был взорван в котельной. Да, вам тут ничего не включать сейчас. Скорее всего, что-то полуживое здесь есть. Спалиться тоже неохота. Отсюда убегать долго. Здесь вообще он, походу, сломанный. Так, и мы сейчас плавно переходим в сауну. У нас сауна. Так, вот здесь такой бассейн глубокий достаточно. Всякие вешалки, всякие душевые. И воды у нас нет. И нет, и нету, и не будет. Душевая. Кстати, не могу это показывать. Хотя нет, она сбилась с ним. Извиняюсь. Подтекает. Так, здесь у нас такой вот камин. Здесь у нас сауна сама. Здесь, короче, лежаки всякие. Тут лежали люди. Отдыхали. Уходить тут. Входить в купель, не знаю, только после душа. Ну ладно, мы душ как будто приняли уже. Сейчас мы переходим в комнату отдыха. Здесь у нас комната отдыха. О, 40. Фига себе ценник. Небольшой ценник. 45 рублей. Колонка там старая. Здесь такой диванчик. Здесь можно присесть, передохнуть пока. У нас картина. Ладно, двигаем далее.
света у нас тут нет. Насос я не хочу идти врубать. Нафиг. Так, я не собрал, была комната отдыха. Здесь у нас туалет. Администрация бассейна. А здесь также идут... А, это я круг, короче, сделал. Вот. Без фонаря здесь никак. Сауна. Так, здесь у нас палево больше, светить не буду особо. Здесь у нас такой телевизор. Датчик ляча. Здесь у нас ресепшн такой. Какие-то номера телефонов тут. Ну, какой-то ежедневник, что ли. У меня, кстати, дом такой стоит, домашний. Сейчас позвоню. Не получается, он не работает. Короче, здесь такой вот у нас бар. Кстати. Вот это. Бар. Вот ежедневник сейчас покажу. Последняя запись была в 2011 году. Вот 2011 год везде. А здесь 2013, смотрите. 2013 год. 29 апреля 13 года. Дальше у нас падает. Здесь всякое барахло. Тут что у нас? А, график посещения бассейна. Посмотрим, что здесь у нас. Май 2015? Фига себе. В мае 15 года он еще действует. Блин, офигеть. А сейчас что, еще 4 года только не работает? Уж нехило так разнесут. Ё-моё, фига себе. Свежий заброс. Ё-моё, кока-кола. А, это холодильник. Потом ни хрена нет. Света у нас тут нет. Извиняюсь, привычка уже. Самовар такой прикольный. Надеюсь, я тут не спалюсь, блин, я тут уже нашумел прилично. Вот у нас здесь бар. Так, а здесь у нас что? Света нет? Света нет. Интересно, вода есть? Не, думаю, нет. Зачем нам вода сейчас? И так сыро на улице. Какие-то книги здесь. Инвентарь для сауны. А, здесь всякие эти тапки, наверное, лежали, шлепанцы. Сейчас тут какая-то сантехника лежит. Вот. Какая-то ванна. Ха.
вообще откручен пол. А, здесь медпункт. Вот я увидел сердечный, болеутоляющий, желудочно-кишечный, извиняюсь. Вот глазные. В общем, здесь таблетки хранились, тут всякие лекарства, антибиотики. В общем, здесь был медпункт у нас. Ящики все пустые. Такая плитка прикольная. Ха. Здесь у нас мужская раздевалка. Здесь как-то получше. Ну, тлен уже заметный. Правило посещения плавательного бассейна. Час, один час для себя был. Смотри, какая вода, да. Вот так вот он выглядит, этот зал. Ну как, раздевалка мужская. Здесь также идут душевые. Кстати, здесь как-то получше сохранились они. Нет, воды у нас нету. Может, это и к лучшему. Ну нафиг, блин. Так, а здесь у нас также плавный переход в бассейн. Так, а здесь у нас что? И свечу прямо в окно, блин. А, это самая закрытая дверь. Блин, а что такое? А, всякие схемы для упражнения мышц. Поясничные, ягодицы, там спины, мышцы спинные, плечевые, дельтовидные, ну и тому подобное. Так, ладно, ребят, сейчас идем дальше по территории. Смотрим, что там дальше. Вот сейчас еще засниму отсюда бассейн. С этой стороны. Вот как-то вот так вот. Там позади остался бассейн. Сейчас снимаю территорию. Есть такая лавочка. Так, сейчас подошел поближе к жилому корпусу. Такие типичные советские корпуса. Так, самая паленая аллея здесь, по которой делаются обходы. Вход. Хрен, да? Еще внутри такая вот обстановка. Итак, уважаемые, я проник в жилой корпус, дом отдыха. Так, здесь у нас идут вот такие жилые комнаты. 1106, например, вот есть такая вот обстановка. Светить не буду, блин. Есть такие вот кровати. Есть вот такой вот шкаф. Ну такой типичный советский санаторий. Во, что-то
плохо фокусируется. То есть такой вот шкаф, которого ни хрена нет. Здесь у нас комната 1105. Здесь то же самое все. Тут здесь шкаф с другой стороны. И все. А так все примерно то же самое. Слева у нас санузел. Здесь тут также жилые комнаты по номерам. Не влезай, убьет. Мы не полезем туда. Здесь у нас такая вот комнатка с люстрой. Холодильник остался. Типа кухня, что ли, была какая-то. Офигеть, плита такая. Кстати, на всех этажах такие комнатушки типичные. Так, сейчас попадаем в центральный вход. Так, немножко посветим. Потому что реально темно. Так, здесь у нас такая вот стенка такая. Видишь, здесь вот диван, стулья. Вообще скоро психом стану. Сам с собой иду, говорю, блин. Всем привет, с вами псих. Здесь какие-то книги были. Может, типа как библиотека была здесь. Такая небольшая. Местная. Психология младшего школьника. Вот такая здесь атмосфера. Такие вот плафоны висят, не плафоны, как это светильники. Здесь у нас лестница на второй этаж. Ну, что меня прикалывало, здесь такие вот ковры, такие прям советские, реально. Санаторий советский такой. Дальше там идет холл, и жилые идут. Такая вот атмосфера. Сейчас попозже сходим на второй этаж. Администратор. Здесь у нас журнал регистрации отдыхающих. Здесь можно посмотреть, какой год. Я тут полистал уже. Тут последний 15-й год запись. 13-й год он виден. Первый 11-й, 13-й. Номер путевки, фамилия, имя, отчество, отдыхающий, паспортные данные там. Вот. 14-й год. Ну не буду тут, конечно, все снимать. Тут еще паспортные данные сейчас снимать буду, нафиг надо. Так, 14-й год. Вот здесь тут. Вон, видите, 15-й год. И все, дальше я смотрел, там нету ничего. Последняя запись, первая, нет, 30-е, 1-е, 15-е, это по путевка с 1-го, 1-го, 15-го по 30-е, 1-е, 15-е. Вот и все. Дальше у нас ничего нет. Книга учета, это у нас был журнал регистрации отдыхающих, это зелененький, а это у нас такой книга учета. Пустая, к сожалению. Да фиг с ней. Кстати, телефон у меня такой же дома стоит. Так, здесь у нас администратор был. О, кстати, можно видеть, что 15-й год. Год овна был. Так, 15-й год. 28 июля остановился. Ага. Здесь сигнализация. Давайте посмотрим, что у нас. Подойти не так просто. Что так разнесли-то быстро, а? Так, здесь всякие ключи у нас были. Что они так отсвечивают? А, вот, нормально. Крыло Б, все такое. Ну, очень тут всякие ключи висели. От всяких там кабинетов, комнат жилых. Это я там.
подсвечивая. Отсвечу прям в окна, вообще экстремал. В общем, покидаем мы комнату администратора. Сейчас идем на второй этаж. Так, я на втором этаже. Здесь нас встречает такой бильярдный стол. Мне жалко шаров нет. Так, сейчас глянем на территорию. Никого нет. Такой мрачный ноябрьский денек. Там, кстати, здание бассейна, в котором я был. Вот. Здесь у нас такой холодильник. О, какой громкий-то. Так, здесь у нас холодильник для мороженого. Прикольно. Мороженого у нас, к сожалению, нет. Вау. Такая уютная комнатушка. Стол, две кровати. Как ни странно, везде эти висят эти светильники всякие. Он уже сдох. Вернется ли железный Феликс на Лубянку? Вопрос. Здесь у нас также идет жилые. Перехожу в другое крыло. Здесь у нас холодильник такой. Июль 15 год. Как ни странно, везде календари висят. Последний за 15 год. Значит, в 15 году тут что-то было. Что-то здесь работало еще. Вот такой стол прикольный. Так, ну не вижу смысла во все комнаты прям заходить. Самое интересное отснимаю. Более-менее. Блин, нифига себе выключатель. Побалуются немножко, блин. Даже такие не видел никогда. Так, там у нас душ. И без фонаря тут вообще никак. Так, время наше пол 11. Я тут уже, наверное, около 3 часов лазил. С 8 часов. Так, это у нас третий этаж жилого комплекса. Извиняюсь, этого корпуса. Комплекса. Здесь у нас такой диванчик. Ну, в общем, здесь все то же самое, что и на втором, и на первом. Только здесь, может, плита другая. Хотя не, плита такая же. Здесь также плита. Прикольный, кстати, светильник такой. Кстати, с лампочками. Непонятно, целый они или нет. Они, походу, перегорели. Осторожно, клопы. Интересно, что за клопы здесь? Фиг знает, что за клопы. Ой. Вот здесь у нас такой вот санузел. Вот, кстати, нет, в этот зайду. Хочу показать эту фреску такую прикольную. Эта фреска такая прикольная. Не помню, снимал я или нет, уже не помню. Так, это у нас территория сама. Там где-то дальше транспорт стоит. Какая-то машина. Непонятная. Так, сейчас, уважаемый, спустился на первый этаж. Здесь какой-то пылесос. Хувер. Какой-то, блин, старый, советский, наверное. Здесь у нас какие-то кровати, блин, белье какое-то. Какие-то телики здесь. В общем, такая-то атмосфера здесь.
Что-то я вообще запинаюсь, блин. Кстати, называется Devil. В общем, все, ребята, я выбрасываюсь с этого корпуса. Сейчас иду на выход. Не знаю, что получится снять или нет. Итак, уважаемые, когда шел к котельной, я там спалился охраннику, охранник за мной пошел. Вроде бы я скрылся. Раз сейчас ушел в тупик. Не знаю, он делает обход или нет. Говорит, стой, иди сюда. А я как дурак помчался, блин. Короче, где-то там он стоит. Вот думаю, что думаю, может вброд перейти эту речку. Блин, как-то надо домой возвращаться. Ладно, всем пока, товарищи. Палево было, я спалился охраннику. И на этом я завершаю свой сталк. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Но я уже постепенно буду выбрасываться. С этого места, здесь вот колючая проволока. Ладно, всем пока. Надеюсь, я не спалюсь. Ладно, только вышел жилой корпус, пошел в сторону котельной. И охранник кричит, эй ты, сюда иди, я как дурак помчался. Надо было подойти поговорить, а я как дурак, блин, помчался. Ушел в тупик, в болото какое-то. Сейчас думаю, что делать. Ладно, сейчас буду как-то выбираться.